Всем салам алейкум. Как ваши дела? Сегодня среда. Какое число? 14 октября. Осталось 10 дней до боя наших братьев. Ребята в хорошей форме. Сейчас идет период уже сгонки веса, да, диета и так далее. Напишите, оставьте свои комментарии, пожелания перед предстоящим боем. Ребят, так скажем, смотивируйте их. Меня тоже снимай на камеру, на туре ты. Лишние вопросы не задавай. И на замену, я говорю, если до контракт не нужен, он через сетку. Тогда я просто настроен был, Камал. Пацаны же видели, я как зашел туда. Кроссовки ты же завязал. Да, не, какой планировал, вообще не планировал. Просто что-то... Мирный, умный человек, мирное время готовится к войне. Понял, да? А, запиши где-нибудь. Просто предчувствие было здесь. Хочешь мира, готовься к войне. Что-то назревает. Не так, как и последствия. С кайфом сел бы я за эту ситуацию тоже. Рассчитайтесь. Внимание! Халидин, шаг вперед! Выходи сюда. Идем до сюда, ты же младше меня. Если хочешь, я сам тоже могу подойти. Повернись. Официальное подписание Мавлюдина Хайбулаева Гарилайна. Подожди, подожди. Надо, надо, да. Набухаться? Да, да. По традиции, подожди. Поддержите, да, чего вы начали. Все, 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 много не надо. Много не надо, много не надо. Все, ладно. Шара, можешь тебе остаток дать? Футболку. А! Да, да. Честно говоря, я зря ему перед своим спаррингом дал даже. Даже. Он сейчас начнет на меня нападать здесь. Тоже в строю теперь. Ощущение, сейчас спарринг будет с Хабибом. Чуть пободрил у меня. Сейчас нападаю. Давай, давай, давай. 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 Давай, давай. Ну, когда у них турниры будут. Я точно не знаю, когда у них турниры. И вроде бы говорят, в начале следующего года. Ах, что еще сказать? Зрелищный боец? Да, очень зрелищный боец. Долгое время мы все тренируемся. А мы надеваем спарринг? Самое главное, стабильно, что пахал, и результат будет. Он сейчас настроение, понял? Адреналин, кровь пошла у него по телу. Сколько лет ходил на борьбу? До 11 класса ходил. 11 лет что? Я не знаю, вот так подеть сюда, туда, сюда. Нет, зал сколько ходил? Мимо, понятно. Зал сколько ходил? Не, зал тоже ходил, брат. Жесткие тренировочки тоже заканчиваются. Скоро начнется. Ой-ой-ой. 2-3 схватки. Не принуждающие. Между схваткой, например, 5 схваток есть, 2 поборолся, один отдохнул, еще 2 поборолся. Потихоньку надо втягивающий режим. Понял, да? Так что без этого никак. Да, да, да.
если ты изменишь, больше ничего не боюсь в этом жизни. Это, брат, это не мое. Змея укусила, да? Нет, это именно хорошо, что он нос не был. Да сюда ее морда дошла же. Айр увидел ее. Встал, упал. Ты его, он бой же, под ногами. Хорошо, что не камень не подписал.